Скажите, сравните, пожалуйста, два матча. Матч в рамках чемпионата, когда вы проиграли РГГМУ 9-3, и сегодняшний. Какие вообще отличия? Ну, это больше вопрос Кирилл, потому что я первый матч не играл. Ну, первый матч мы, наверное, не собраны вышли, потому что у нас был еще до этого с ними матч, еще вот даже до этого турнира. И мы их обыграли достаточно легко. И у них было усиление в лице двух людей, которые, ну, мы на это не рассчитывали совершенно. У нас не приехал полный состав, поэтому так и вышло. Сейчас у нас был очень хороший настрой, все собрались, все приехали, поэтому хорошо сыграли. Хорошо, вот вы упомянули матч в рамках весеннего турнира, когда вы в таком же полуфинале победили команду РГГМУ. Сегодня это придавало уверенности? Нет, на самом деле матч вообще тут я даже не помню, если честно. Просто помню, что было легче. Но у них еще одного игрока не было сильного, очень хорошего. Другу моего, Саши Храмову, потому что если бы он был, я думаю, игра была бы намного тяжелее, но так как его не было, она была проще. Но они тоже хорошо играли, тот матч вообще был не показатель, поэтому просто сегодня так все хорошо сложилось. А как оцениваете в целом сегодняшнюю игру? На самом деле, я поставил бы твердую пятерку сегодня. Все ребята, вся команда проявила характер. Несмотря на то, что мы вели в счете 3-0 по ходу матча, мы смогли пропустить, но ребят не расклеились, все равно довели игру до логического финала, до логического конца и выиграли. Я считаю, что игра сегодня сложилась удачно для нас. Долгое время уверенно лидировали, но тем не менее в концовке позволили сопернику сравнять счет. Почему так произошло? Ну, с одной стороны, скорее всего, расслабились, думали, все уже, победа у нас в руках. Но все равно, как и говорил, мы смогли перевернуть игру. Все равно они сравняли, стало 4-4, но мы все-таки дожали. А как считаете, кто будет вашим соперником по финалу? Ну, на самом деле, хотелось бы взять реванш МЧС, потому что у нас с ним какая-то уже заклятая борьба, что летом там они очень сильно отскочили, что остальные игроки нас убивали, поэтому... Поэтому хочется сыграть с МЧС, конечно, в финале. Но если выйдет Асгард, то я устроюсь. Это что МЧС будет лучше. Все-таки же лучше играть, когда соперник посильнее будет. И мы сможем, как команда, набраться опыта больше. И чтобы участвовать в последующих турнирах уже более уверенно и со всеми командами играть. Хорошо, удачи вам.